Привет подписчикам, зрителям нашего канала. Ребят, ну что, много просили в комментариях, чтобы сняли мы, как мы будем силикошки делать наши. Вот все приготовили. Купил я силикон, флянец сделал резьбу. Не знаю, хватит. Я не, все, не весь его, но не на всем резьбу сделал. Ну, посмотрим сейчас, как что получится. Так, будем мы делать, просили в комментариях, зеленый. Вот такой вот покажу. Вот такие вот белые блески хотим использовать. И машинное масло хочу потом попробовать. Вначале зеленый сделаем, так как писали в комментариях. Силикошка у меня вот такая, покажи. Что-то фикс прайс, или как он там называется, магазин. Все по 39, все по 59, как он начинался. Что-то она 25 рублей, что ли, вот такая вот силиконовая смазка, так сказать. Покажи формы, какие будем делать. Силикошка у нас будет вот такая вот, девяточка. Формы у нас более-менее такие крупные. И, думаю, девяточка будет нормальной. Ну, еще разберемся. А кто, ребят, знает, что как, что лучше сделать, подсказывайте в комментариях, так как я только начинаю этим заниматься. Так, ты тогда хорошо, надо сболтать силикон перед применением. Сейчас мы, я смажу, Ле тогда болтает. Надо. Ну и все, потом кисточкой, надо кисточку еще побольше взять. Или какую-нибудь губку, наверное, лучше губкой смазывать. Надо губку новенькую купить и смазывать, чтобы не оставались волоски от этого, от кисточки, чтобы не закосячить наши формы. Вообще, ребят, сейчас самое белое литье будет. Не знаю, что получится, самому интересно. Так, надо попасть в глянец примерно вот так вот. Так, а где болты? Там у тебя? Нет, один. Ребят, болты, пока что было в гараже, взял такие вот болтики, шайбочки. Что было, короче, в гараже, то и взял. Потом все куплю другие под отвертку, наверное, не знаю. Какая, кстати, удобнее, кто знает, под отвертку или под ключик. Село? Нормально село все? На, закручиваю так. Заливать? Ну вот он, литник. Сюда. Ну, ребят, вроде все наживили. Погнали. Вот не знаю еще, как их затягивать. Сильно, не сильно. Так, сколько у нас болтов? 12 болтов, ребят, сделали. Сейчас ключиком протяну. Так, ну все. Все держится. Для силикона буду использовать вот такую вот баночку. В ней будем замешивать, выливать силикон. Мешать буду отверточкой. Лей. Здесь? Нет. Еще лей. Еще. Хорош. Ну вот, ребят, пивной бокал. Хорошо перемешал. Так, добавлять мы будем. Блески, наверное, можно сейчас добавить чуток. Не знаю сколько, но чуток добавим, да? Почему? Ну,
были еще, ну вот эти хочу я добавить. Не, давай добавим, когда будем уже этот цвет добавлять. Зеленый. Вот такой вот зелененький будет. Сейчас я растоплю силикончик. Скажу вам по времени, сколько примерно получилось. И продолжим. Ребята, объем большой, долго греется. Считаю, что пол-литра. Уже смотрите, какой цвет у него. Сейчас добавим блесточек. Давай, Лер. Давай краску. Давай я добавлю. Удобно. Аккуратно смотри, чтобы не капнуло. Заказываю зеленый. Знаете, вам зеленый. Давай еще капать. Капать. Все, хорош, хорош. Подожди. Давай еще зеленый. Как нарежь. Так, еще надо подогреть. Начинает застывать потихоньку. Оба. Чуть-чуть жижи стал. Все, все. Как его было перемешать с самым низом? Плохо видишь. Блёстки будем сейчас. Давай блёстки. Добавляем. Давай я. Фига себе. Блёсток, наверное, видать не будет. Какие-то они совсем мелкие, я взял. Так, ну все, ребят, последний раз. Потом перемешиваем. И заливаем. Убираю это все с края. Все, ребят, разогреваем, включаем сейчас станок, сболтаю еще раз краску, чтобы перемешалось, и начинаем первый раз заливать. Блин, интересно вообще. Так, отходи, убирай руки. Перемешиваю перед тем, как залить. Отходи, Лер, дальше. Отходи. Паутина. Ну да, вот, ребят, ливанул наверх. Поспешил я. Вот он сверху, видите? Он горячий, ты чё? Вот, ребят, видите, вот это, вот он силикон, вот он попал его. Ну, легко собирается, в принципе, с формы. Но так надо не шутить, а то только глаза или еще что-то. Болты. Надо или болтики другие взять. Видите, он литник немного он остался. Надо было больше, может, сейчас не получится. Ну, первый блин, как говорится, комом, да? А может, приманки сейчас идеально будут, посмотрим. Не знаю, сколько ей дать постоять. Еще, наверное, только минуту она постояла. Где эта паутина? А вот такая. Это, ребят, опять в переработку. Надо нам будет место оборудовать. Цвет такой интересный, конечно, получился. Так. Где ключ? Че, он застыл, как думаешь? Я думаю, застыл. Да. Это ты? Нет. Че, ребят, давайте раскрутим. Не знаю, минуты полторы прошло. Но тут вроде в литнике смотришь, он вот застыл. А, ну я ж сильно скрутил. Ребят,
ребят, ну что, момент X. Сейчас не знаю, как этот сейчас силикон себя поведет, но вот эту смазку, которую я взял, уже как она. Что это за тут? Силикон. Вообще вот так на кухне нежелательно лить, но у нас пока возможности нет. Открываем. А, тут надо отверточку. Отверточка у нас в силикончике. И то это отвертка даже. Вот сделал. Тихо, не трогай, горячий. Блин, ребят. А вот одна. Они еще... Не горячие? Да. Они силиконе, видишь? Давай потихоньку. Крутяк, да? Вот это трофеи, все будут наши с вами. Сейчас поближе пойду покажу. Смотрите, какой шикардос. Все-таки блески что-то дают такое свое. Надо было побольше сыпануть их. Вот у нас зелененький такой есть. Что можно с ним еще придумать зеленым? Какой цвет добавить? Желтый. Желтый? Ну да. А мы желтый туда добавили? А, ну все, сейчас желтый туда добавим. Да там, смотрите, ребят, сейчас покажу, сколько израсходовали. Вот что, с пол-литров только ушло. То есть дофига его еще тут остается. Че, хочешь потрогать? Давай вот эту надо надорвать. Дай. Хочу их? Их пока не надо, их надо подсушить. Сейчас возле печечки их повешу. На... Ой! Блин, зря порвал. А еще флюоресцент добавить и будет огонь. Давайте одну сорвем. Вот она. Не знаю, как называется, напишите в комментариях. Блески видно? Да, видать, да, все равно какой-то такой. Камеры, ребят, еще такой нету, чтобы передать вам весь цвет. Ну, скоро будет ради такого дела. Ну вот, смотрите. Нормальные резины. И она это еще не подсохла, ребят. Шовчик, в принципе, ну, если приглядеться, видать, конечно. Вот такие вот силикошки. Что, сейчас еще один цвет давай сделаем? Сейчас, ребят, еще один будем делать цвет, не переключаемся. Ребят, ну все, мы прикрутили, все приготовили. Приманочки сами видели, где мы здесь одна наша. Тут у нас одна лежит. Сейчас хотим, ну, это уже лес-заказ. Она хочет добавить вот таких блесток, но вот эти блестки, да, реально такие, похожи на чешую. Я брал чисто попробовать эти блестки, ну, чтобы определиться вообще, в руках подержать на картинке все равно, не поймешь, их там куча. Вот такие вот блесточки добавим. И фиолетовый цвет. Это, короче, заказ Ле. Не знаю, что получится. Крутил я, еще раз повторю, где-то минуты три. Даже меньше, да? Минуты две, может, крутили. И все. Ну, видите, косячок попал на болт, и он раскидал, как паутина, блин. Так что ты отходишь. Ну все, ребят, начинаем разогревать силикон. И в путь. Цвет мы, ребят, сделали чуть-чуть потемнее. Отходи. Ну что, с Богом? Излишек, ребят, вообще не остается. Я прям вижу по форме. Вот он подошел. Ну вот сейчас при вас покажу примерно, чтобы вам было понятно.
Нам еще где-то на раз залить точно хватит. Даже пол-литра не долили. Вот все, достаточно. Не знаю, сколько прошло. Смотрим цвет угле. Горяченько, ребят, смотри, не надо сейчас сразу. Ну, вот это да, уже чуть другой цвет. Стел. И блестки уже, да, смотри. Хвостик светлый. Ну да, ну это потому что хвостик тоньше получается. Сколько тут приманок? 30 приманок, ребят, получается. Отлипает, смотрите, такой какой-то непонятный, сейчас покажу. Переход. Да, переход какой-то получился. Это все я. Все ты? Такие вот приколюшки получились. Шик. Вообще круть. Ну, блесток много, да, будет уходить. И не сбились они у меня, например, как видал в видюхах, некоторых сбиваются. Так нет, ну больше надо добавлять. Но мы учимся, ребят. Считаю, что сколько мы уже сделали? 60 приманок сегодня сделали? Ну да, минут 15-20. Ну вот смотрите, цвет как отличается. Ребят, ну по себестоимости, наверное, уже в следующем видео скажем. Так что еще не заморачивался этим. Ну, технику безопасности не забываем, перчатки. Лучше это дома, конечно, не делать, определенные места. Я сейчас там делаю все помещения и буду уже в нем заниматься. Так что вот такие вот дела. На сегодня хватит, уже будем потом пытаться делать какие-то. Я хочу, например, попробовать фиолетовый и машинное масло, как получится. Думаю, прикольные цвета будут. Если было интересно, ребят, пишите комментарии, задавайте вопросы. Все, расскажу, что знаю, хотя сам второй раз лью только и все. Ну все, ребят, давайте. Пока-пока. Пока. Лайки не забываем.